Третий тур, 4 участника, только один финалист. Кто же попадет в финал? Смотрим дальше. Начать третий тур доверили девушкам. Дуэт Fresh Music набрался мужества и поднялся на одну сцену с парнями. Сможет ли он показать во всей красе женский рэп? Насколько музыка была свежа? Решать судьям, то есть зрителям. Все равно хотим показать то, что не только мужской рэп продвинутый, но и девочки тоже. Вот есть такая рэперша Гидропонка. Вот Женя, она читает рэп, я как бы пою и помогаю всегда. Вот она хочет быть на том же уровне и показать, что в Могилеве женский рэп тоже в моде. В батле нет места гендерному делению. На сцене все равны и парни, и девушки. Победа зависит не от пола, а от того, как ты преподашь себя и свои треки. Какие-то треки я писал заранее, какие-то треки были написаны за пару дней до этого мероприятия. Вот. То есть уровень очень высокий. Думаю, молодежи это будет интересно. Я буду вылаживаться на полную. Поддержать участников батла приехал специальный гость Крэнк из рэп-столицы Белоруссии Гомеля. Мероприятие очень интересное. Оно дает как бы развиваться молодым исполнителям. И вообще море позитива, очень весело. И как бы всем спасибо. Следующий участник – Коди Арт. Итак, Коди Арт, расскажи, как собираешься победить своих врагов? Собираюсь победить, но вообще не собираюсь победить. Я надеюсь на ум зрителя, на глубину текста, чтобы зритель понял всю глубину, всю суть, весь смак текста. И надеюсь, пройду в финал. Ну, я могу сказать одно, что моих соперников спасет только количество приглашенных друзей и количество голосов. Больше ничего не знаю, что их может спасти. Последним выступил еще один дуэт. Вестерн отстрелял 2 трека. «Давай, двигай телом» зажег танцпол. Ну а далее по традиции голосования. Зрителям явно по вкусу пришелся трек Коди Арта «Контактомания». И споров здесь не могло быть. Голосование показало, что финал проходит Коди Арт. Все отлично, выступление было супер. Спасибо Метро за такую организацию. Очень здорово, идея хорошая. Понравилось все. Не повезло в следующий раз. Смотрите завтра заключительный, 4-й тур. Кто станет последним участником финала? Эй, Коди Арт здесь, жжет напалм. Всей земле мир, вы смотрите утренний канал.